Ехали в одном направлении, пока не столкнулись на перекрестке. На пересечении улиц Габдулатука и Татарстан Hyundai Solaris ударил Ладу Приора. Шофер отечественной легковушки, по признанию водителей, решил повернуть направо, чем застал врасплох второго участника аварии. Подробности в материале Рамиля Шайдулина. Не знаю, я его вообще не видел. Сзади как-то удар случился. Как случилась авария, водитель Приоры в деталях рассказать не смог. Отметил, что на перекрестке он начал поворот направо, пока в бок его автомобиля не ударил Hyundai Solaris. До пересечения траектории иномарка двигалась с ним в одном направлении по улице Татарстан. Ее водитель заявил, что ехал по среднему ряду. По его словам, в какой-то момент Лада с крайнего левого ряда начала маневр, не убедившись в его безопасности. Ручник дергал. Экстремальное вождение это называется, похоже. Ручник дергал и вот направо уходил. После удара Ладу отбросило на пешеходный переход, но, к счастью для водителей, в этот момент там никого не было. Водители в аварии также не пострадали. Есть свидетель? Они что говорят? Они говорят, что я прав. Оба участника ДТП не спешили признавать свою вину. Если шофер отечественной машины ссылался на свидетелей, то второй участник аварии возложил надежду на камеру видеонаблюдения, охватывающую весь перекресток. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Азат Самигулин, вызов 112.